Хулиган, который без причины избил 89-летнего ветерана и еще одного пенсионера, попал за решетку. Ленинский районный суд отменил условный срок для 32-летнего мужчины. Пересмотреть решение попросили прокуроры. Сторона обвинения посчитала, что 2 года условно – слишком мягкое наказание. И вот Ивану Глемязному изменили приговор. Так, Ленинский районный суд города Челябинска удовлетворил апелляционное представление прокурора Ленинского района в отношении Глемязного, который был осужден к условной мере наказания. В настоящее время ему назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбытием наказания в колонии строгого режима. Напомним, инцидент произошел 12 августа у дома номер 50 на улице Агалакова. Это кадры той самой потасовки. Подсудимый подошел к 2 старикам, которые сидели на лавочке у подъезда. Пожилые люди не смогли дать отпор сильному мужчине. Одним из пострадавших оказался 89-летний ветеран Великой Отечественной войны. У дедушки медики зафиксировали множественные ушибы и ссадины. Следует добавить, что у осужденного на иждивении есть ребенок, а также он полностью признал свою вину и возместил ущерб пострадавшим.